Доме дружбы состоялось торжественное награждение за личный вклад в реализацию молодежной политики в Республике Дагестан и за активное участие в общественной жизни. О том, кому были вручены почетные медали и грамоты, расскажет наш корреспондент Диана Мирахмедова. В Белом зале Дома дружбы состоялось торжественное награждение памятными медалями Патриота России и почетными грамотами Министерства по делам молодежи Дагестана. Открылось оно в сопровождении гимна России и Дагестана. На встрече присутствовали первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев, заместителем Анной Безруковой. Карибов отметил, что награждение традиционно проходит с 2007 года и уже выделено более 20 учреждений Республики памятными медалями. Сегодня более 60 человек были награждены почетными грамотами Министерства по делам молодежи Дагестана, которые вручил Арсен Гаджиев. Никого не обошли стороной – волонтеры, общественные деятели, представители СМИ. Во всех направлениях была избрана самая лучшая активная молодежь. Отрадно отметить, что тот скромный труд, который мы реализуем у себя на местах в муниципальных образованиях и городских округах, в частности, я говорю о городе Избербаш, где я возглавляю отдел молодежи. И хотелось бы поблагодарить наше Министерство по делам молодежи в лице министра Арсена Руслановича. Не могла не остаться неотмеченной работа волонтеров 2000, которые продолжают свою деятельность и после грандиозного празднования юбилея Дербента, куда волонтеры вложили все свои силы. Конечно, 2015 год для Дербента был особенный, и работа волонтерского корпуса была масштабной, которую нашу работу вроде оценили и руководство города, руководство республики, ребята справились на высшем уровне, однако волонтерский корпус после юбилея не остановился на достигнутом. Мы продолжаем проводить мероприятия, вести активную позицию нашу в области молодежи в городе, в южной части Республики Дагестан. Работники ННТ также были отмечены грамотами за вклад в реализацию молодежной политики республики. Гости мероприятия поблагодарили за такое пристальное внимание к молодежи, которое уже более миллиона в республике. Диана Мирахмедова, Салман Гитикмаев, Новости 24, Махачкала.